Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я пасу коров. Вот. Они остановились, чтобы попить. А так, чтобы они двигались, надо вот брать вот такую вот палочку, вот так вот бить об землю. А если они тебя не слушают, то так вот по ним тихонечко. Вот. Ань! 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 И они побыстрее начинают ходить. Вот как хорошо. Вот пока мы, короче, подождем, пока они попьют. И пойдем дальше. Коровка Зоря осталась, чтобы поесть травы. Тут классно с коровами. Я думал сначала, что ими трудно управлять, а ими легко управлять. Надо просто так говорить. О, ай, куда пошли? И все. Коровы, они чувствуют палку. Они знают, когда она может ударить, поэтому они убегают. Вот, вот видите, они ушли. Вот. Ай, ай. Вот, побежали. Видите? Коровы умные. Дорогие друзья, я тут нашел земляничное поле. Тут просто смотрите, сколько земляники. Вот. Земляничка. Ее так много. Прям вот ходим и едим вот так. Вот смотрите, какая красненькая прям. Просто тут целое земляничное поле. Смотрите, сколько я набрал земляники. Ее тут просто куча. Смотрите, сколько тут земляники. Ее тут просто неимоверное количество. Вот. 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 Она везде тут. Смотрите, какое-то поле. Ой, смотрите, вот. Вот она, земляника. Короче, дорогие друзья, я объелся земляники. Всем советую вам сюда приезжать. Вот я лег отдохнуть под неизвестный кустик. Так хорошо. Мы с коровками возвращаемся на дом. Вот самая молодая. Вот. Недавно она тут. 2 дня всего лишь. А вот остальные все. Вот. Часто бывают такие ситуации, что, например, машина едет. И надо их аккуратно вот в сторону отвести, вот так палочкой припугнуть. И все хорошо будет. Вот у нас тут есть старенькая одна где-то. Зоя. Вон в самом конце. Черно-белая. Она старенькая уже. Вот. Вот у нас был дождик. Очень сильный дождик. Но нас он не задел. Ну, почти. Ну вот. Мы, короче, подождали, пока они там постоят, полежат, нарвали земляники. И сейчас возвращаемся домой. Да. Время 17:33. Уже в 6 часов они должны быть дома. Знаете, сколько коровы жуют травы? Они ее столько наживались, что им уже и одевать некуда. Вот. Вот они такие толстые из-за этой травы. Толстый, притолстый. Главное, никуда не наступить. Потому что часто за собой они оставляют, как сказать, навоз. Вот. И это очень неприятно. Вот наступите несколько раз и поймете. Коровы очень часто идут прям, вот так вот траву едят. Вот сейчас они не хотят ее есть. А вот идут некоторые вот так и едят траву. Смотрите, коровы идут ровно-ровно, друг за другом. Выстроились в ряд. Все очень аккуратно и культурно.